А спонсор видео — магазин цифровых товаров zakazaka.com. Лучшая цена на компьютерные игры и не только, гарантия 100% и моментальная доставка. А также ежедневные раздачи дорогих игр и конкурсы. ZakaZaka. Ссылки в описании. Алекс? Эй! Ты здесь? А что это такое? Оу, очень похоже на карту той деревни, в которой мы живем. Это был всего лишь пранк! Да-да-да-да-да, это определенная карта той деревни, где мы живем. Ну, я думаю, Алекс будет не против, если я его возьму ненадолго. Ну, а под ненадолго я имел в виду... навсегда. Даже не знаю, как ее можно использовать. Эй! Алекс, никогда не делай так! Боже мой, ты меня очень сильно напугала! Быть испуганным — это очень плохо, даже когда это неожиданно. Так над чем ты сейчас работаешь? О, знаешь, в этом нет ничего особенного. Ну, я делаю всякие там штуки, которые всегда делаю. А, ну если ты не так занят, можешь помочь мне сделать торт. Ну, окей. Что тебе нужно для этого? Так, здесь написано, что мне нужно 3 пшенички. Я видела, что пшеничка растет вот за той горой. Ты уверена, что именно за той горой? Почему не за вот этой, например, горой? И вообще, знаешь, зачем куда-то ходить, если у меня есть немножечко для тебя? О, шикарно! Дальше в книге написано, что нужно 2 порции сахара. 2 порции сахара? Ты, может, говорила 3? Так, но в книге написано только 2 порции. Алекс, у меня есть 2 сахара для тебя. Смотри, 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 я их тут положил. Тут. Не там, не там, тут. Что еще? А, Стив, успокойся. Дальше в книге написано, что нужно яйцо. Одно яйцо, да-да-да, одно шикарное яйцо. Так, мы берем вот это, вот так вот, так. И вот так вот. Так, что дальше? Что дальше? И последнее — это 3 ведерочка молока. И 3 шикарных ведерочка молока прямо сейчас прилетят в мою руку. 3 очень тяжелых ведерочка молока. И все, у нас есть все ингредиенты для нашего тортика. Сейчас я тут все соберу и позову тебя, когда он будет готов. Я только что был достаточно хорош. Я думаю, что я могу себе сделать небольшую награду. Например, это будет стак алмазиков. Оставлю я его здесь остывать.